Яркие эксклюзивные новогодние игрушки на любой вкус. В мастерской флористики и дизайна настоящая зимняя сказка. Найти украшения для дома и офиса здесь может каждый. Специалисты мастерской – люди творческие. Украшения интерьера продумывают до мелочей. Не забывают и о витринах, чтобы у проходящих мимо горожан и гостей Самары создавалось новогоднее настроение. Это крайне важно. Потому что, не создав вокруг себя определенное настроение, в данном случае новогоднее настроение, оно другие люди не поймают его и не будут ощущать на себе. Если бы не было этого праздника вокруг, который создали сами люди своими руками, то его бы не было в воздухе, скажем так. Поэтому это, конечно же, обязательно надо делать. Вот, мы каждый год участвуем в городских конкурсах по украшению витрин. В этом году в Самаре предприниматели активно участвуют в конкурсе на лучшее новогоднее оформление. Заявки подали несколько сотен предприятий. В новогоднем конкурсе могут поучаствовать все самарские компании, вне зависимости от рода деятельности и формы собственности. При определении победителей члены жюри будут учитывать украшения витрин, фасадов, входа и прилегающей территории. Основные критерии оценки – творческий подход, красочность, соответствие новогодней тематике, оригинальность идеи, масштабность исполнения. Победители определят в 5 основных номинациях. Это задача очень глобальная. Мы вплотную работаем с администрацией внутригородских районов по тому, чтобы доводили информацию корректно и грамотно для непосредственно предпринимателей. Самим предпринимателям проводим ряд встреч, в которых говорим и инициируем их активность по участию в этом конкурсе. Первый этап конкурса на лучшее новогоднее оформление продлится до 14 декабря. Жюри определит победителей до конца месяца. Лучших отметят благодарственными письмами и подарками. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, Николай Сидоров. События.